В числе рассмотренных на заседании вопросов были обеспечение антитеррористической безопасности, приостановление деятельности организации «Свидетели Иеговы» и кибербезопасность. Достаточно много мошенников появляется у нас и по интернету, которые действуют, по телефону действуют. Я так понимаю, уже, наверное, все-таки с каждым разом больше и больше учащается обращение в милицию по данным поводам, потому что сам соцсети смотрю практически в ежедневном режиме кого-то. Кто-то попался, скажем, на данных мошенников. Интернет не только благодатная площадка для различного рода мошенников. Социальные сети – это еще и ловушка для подростков. На вопросе о том, как идет работа по профилактике суицидов среди молодежи и противодействию группам смерти, остановились более подробно. По всем материалам проведена, как мы считаем, пока полная проверка всесторонних. По всем материалам была статья в Следственном комитете, надзирающим прокурором. Глава города обратил внимание на продолжение комплексной работы по этому вопросу как полиции, так и управления образования города. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Наше время.